МУИТ его знают как профессора, преподавателя истории, социологии, международных отношений и политологии, а в зале он тренер. Бекали Ержан занимается джиу-джитсу более 10 лет. Свой путь в этом спорте он начал в Колумбийском университете Нью-Йорка. Вернувшись на родину, джитсер продолжает любимое занятие, но уже в роли наставника в клубе Чикмат Алматы. И преподавать, и тренировать мне сильно нравится. Совмещать трудно или нет, я не знаю, наверное, трудно для кого-то. Не в удовольствии. Раньше считалось, что человек, если занимается одним делом, ни одна профессия, всю жизнь он должен ей заниматься. Если ему нравится там искусство, нравится плавание, нравится петь, он это оставлял на потом. Я хочу людям донести, что есть у вас какая-то профессия, которая должна вам нравиться, любить ее. И есть какие-то вещи, как хобби, ваша страсть. Нельзя откладывать, создавать себе внутренний комплекс. Вы найдете, всегда есть время идти заниматься тем, что вам сильно нравится. Живем, жизнь, это самая короткая вещь, и максимально должны делать так, чтобы быть счастливым. Сегодня в зале под опекой Бекали тренируется более 300 человек. Самым младшим спортсменам по 5 лет, а самым старшим 57. Главное новое событие клуба – получение черного пояса их тренером, которого он заслужил кропотливым трудом и искренней любовью к делу. Таким профессиональным достижением Бекали на своем примере показывает всем своим ученикам, что для хобби можно не только находить время, но и успевать достигать невысот и становиться лучшим.